Быстро растонировать свою машину можно, оказывается, не только в специализированном автосервисе. В этом воочию убедились инспекторы ГИБДД, выполняя профилактический рейд в Москве. Один из водителей весьма своеобразно отреагировал на претензии полицейских. То стекло тоже! Такой способ исправить нарушение свидетели происшествия назвали чудовищно эффективным и условно бесплатным. Со вторым замечанием поспорить трудно. Теперь водителю придется ставить новые стекла, но уже без тонировки.